Всем привет, друзья, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в рэп-симулятор. Друзья, сегодня примеряем роль рэпера, настоящего рэпера, и сейчас посмотрим, как это все будет выглядеть. Ребята, у нас уже отправляют на концерт, тут какие-то 299 робуса, что-то можно покупать. Это что такое? Рэперская палка или что это такое? Вообще какие-то сундуки, друзья, я вообще пока не понял, что это такое. Вертолет, это что, вертолет нас привел куда-то? Короче, ребята, сейчас мы это все будем чекать. Давайте сразу же отправляемся на концерт. Ну, конечно же, перед началом не забудьте поставить лайкусики, подписочку оформить на мой каналчик, кто этого еще не сделал. И, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. Ну что, погнали! Так, пока что мы фурнитур не будем брать, нас отправляют на концерт, сразу летим на концерт. Давайте попробуем, посмотрим, что у нас здесь сейчас будет. А ну-ка, так, микрофон у нас есть, что дальше? Это вообще микрофон? Да, это микрофон. А-а-а, вот оно! Вы поняли, какая штука? Я нажимаю на мышку. You can also click, что? А, Ешку нажимать я могу. А, да, ребята, я могу нажимать Ешку. А кто это бежит? Смотрите, тут кто-то бежит ко мне или что? О май гад, ребята! У меня уши заложило, что происходит? Так, а, тут это, прикиньте, это бегают эти фанаты, типа, мои. Вот это прикольно, ребята, класс. Так, все, я-то закончил. А, я больше не могу, ребята. Все, у меня фул, у меня лимит. Это что за огонь вообще, ребята? Так, куда это все теперь девать, друзья? Я пока не понял. Так, все, все. Смотрите, какие-то стаканчики валяются. Что-то за... Я стаканчик подобрал, что можно еще мусор подбирать или что? Я оделся или как? Друзья, жестко. Так, теперь куда это все... А, все. Click to drive. Click to drive. А ну-ка, куда? Куда кликнуть? Куда кликнуть? О, ничего себе, ребята, мне сразу машину дали. Еще и такую неплохую. Это что у нас, какая-то Infiniti или что такое? Да, походу, какая-то Infiniti, ребята. Нормальный такой рэпер, я вам скажу. А можно с кем-то тараниться? Нет, нельзя. Было бы прикольно, если можно было с кем-то тараниться. Так, а ну, все, я понял. Это, походу, мой хаус. А, это гостиница, в которой я живу. Прикольно, я думал, это моя база. А кто такой? Кто это такой здесь? Кто-то здесь сидит на моем месте. А ну встал быстро. Я не понял, ты кто вообще такой? Чувак, ты что тут делаешь? Рэп? А что тут нужно? Что? Что? Я не... А-а-а, ребята, я теперь то, что я все... Это все... Короче, я не понял, что я сделал. Что это такое? Это типа известность какая-то? Или что это мы такое? Голоса какие-то. Какой-то огонь насобирали. Теперь мы это все сливаем, прикиньте. Прикольно. Так, я понял. Очень похоже, ребята, на YouTube симулятор. Только в YouTube симуляторе у меня не было помощника, а здесь у меня есть помощник. О, он тоже со мной. Он тоже со мной кайфует. Посмотрите на него. Все, на этом все прекратилось. Блин. Блин, назад возвращаемся. А музон, конечно, ребята, жесткий. Ну вообще. Так, а что это такое? Чего? You would like buy extra... А, два продюсера у вас будет? Это мой продюсер, ребята! Это мой продюсер! Ничего себе! У меня есть свой продюсер, вы поняли? Вот так вот! Вот так вот! Это у них хухры-мухры! Так, подождите, окей. Что-то 250 прям совсем мало. А как их увеличить? Что нужно делать? Вот у меня 875. Я могу увеличить свою эту мощность. Я не знаю, ребята, кто знает, что это такое вообще. Офигеть. Так, так, тихо, тихо, подождите, подождите. О, все. Давайте на концерт, на концерт. Да, конечно. Какой-то он маленький, смотрите. Какой-то вообще машина. Маленький машина совсем у меня. Какой-то маленький машин. Так, давайте. Все, опять поем. Я понял, давайте. Софиты на меня, софиты. Сейчас Фанрикс поет. Да, ребята, это реально сцена. Сейчас Фанрикс поет. Оп-оп. Прикольно. О, какой-то другой музон прям уже. Так, тихо. А если зажать? А, нужно, можно мышкой клацать. О, красный вообще. Вот мои болельщики, смотрите, смотрите, мои болельщики. О, ничего себе. Ничего себе, как жестко. Офигеть, ребята, ну тут так можно еще какой-то новый микрофон, походу, взять. Блин, вот это, конечно, придумал. Вот это, конечно, задумка вообще мощная. О май гад. О май гад, ребята. Вообще понеслась. А что так мало людей? О, сколько людей. Нифига себе, смотрите, сколько людей. Тут еще какие-то известные ребята. Тут еще какие-то известные ютуберы прыгают. Ничего себе.
Офигеть! Мощно! Это мощно! Я твой фанат! Давай, братик! Давай, пляши тоже вместе со мной! Привет, привет! Прикиньте, фанаты везде, ребята! Я, короче, уже настолько популярный рэпер, что у меня уже среди игроков даже фанаты появились. Вот так вот! Вот так вот! Все? А, не, не все! А, меня! Это меня бросается бутылками! А ну? Я не понял, ребята, что в меня бросается бутылками? А, это когда вы заканчиваете? А ну, подождите. Нет. Короче, на меня тут каким-то мусором бросается. Я не понял, почему. Что я вам плохое сделал? Почему вы меня мусором бросаетесь? О, май гад. Вот смотрите, прям в меня бутылкой попали. Тихо. А, подождите, это ж можно собирать. Да, это можно собирать. Вот. Это все можно собирать, друзья. Только я не понял, куда оно все дает, куда... А, все, уходит, стойте, не уходите, ребята. Все, набросали какой-то, короче, какого-то мусора в меня башкой, прям башмаком мне в голову запулили. Это ж да, такое, только я не понял, куда оно все идет, ребята. Куда оно все идет, какой-то мусор собрали. О май гад, какой чувак. Так, поехали обратно в гостиницу, поедем обратно в гостиницу. Чпоньк, опа, есть. Так. Давай, продюсер, работай, продюсер. Так, опять, теперь это все нужно слить. Подождите, ну как-то у меня должен быть какой-то получше микрофон. А, ребята, давайте мы в фурнишер пойдем вот сюда. Так, давайте мы вот сюда в фурнишер пойдем и посмотрим, что у нас там можно купить. У нас тут можно какой-то купить микрофончик, походу. О, тележечка, нормально, мы прям как в супермаркете. Это что такое? Я уже потратил все или что? А, денег нет у меня, я понял. Я понял. Так, что дальше у нас? Что? А где? Нет, это не надо, мне нужен какой-то получше микрофон. Вообще, как оно работает, ребята? Я что-то не понял. Какая-то бас-установка. Пока непонятно, ребята, что это вообще. Для чего это вообще надо? Давайте мы пока деньги сольем. Тут какие-то монеты у меня еще. $300? А здесь у меня, кстати, ничего нет. Я не понял. Почему так? Вот тут у меня ноль. Это гонорар или что это такое? Это, походу, какой-то гонорар, ребята. Так, вот, апгрейды. Вот, что нам нужно. Нам, ребятки, нужно апгрейды. Точно. $300. Я не думаю, что мы много апгрейдов купим, конечно. Ой, что происходит? Ой, что происходит? Где все? О! А, вот они, ребята, апгрейды. Слушайте, мы что, у нас на каком-то льду или что? Смотрите, реально. Так, значит, $280. Это вот такой вот. У меня, походу, вот такой вот сейчас. Или нет? $900. Так, ну нам... Давайте за 200... А, вот, эквипит. У меня вот такой вот. А тут 4 per click. Но нам, ребята, нужно сначала... Подожди. А, вот. Микрофон. 270 per click. Долларов. Ага, подождите. А как увеличить, ребята? Как увеличить эту вот штуку? А, только за доллары. Все, я понял, ребята. Вы ее увеличивать можете только за доллары. Ладненько, давайте мы сначала доллары наклацаем. Вот так вот, будь быстрее. Нет, нам нужно взять сначала стойку микрофона, которая у нас вот здесь. Да, все, берем. Че, можно взять? Да, есть. И мы быстрее сольем денежку, которую мы заработали. Вот так будет лучше. Да, ну, конечно, расстояние какое-то такое большое, поэтому они, конечно, придумали машину. Рум-рум-рум, нормально. Все, продюсер, жди меня, продюсер Валентин. Тыщ, давай. Так, есть, нажимаем. Что, все? А, вот. Нормально, давай по два. Мы сразу все сливаем. Давайте мы сейчас сразу возьмем за 600, там 900, $900 у нас должно быть. И сразу за $900 возьмем еще один, еще вот эту стойку, которая микрофонная. Чувак, вообще, чувак на волне вместе со мной, красавчик. Нормально. Так, $1000, все отлично. Покидаем пока что продюсера, ты пока тут отдохни. Рум-рум-рум, погнали. Да, конечно, жестко. Конечно, жестко очень. Так, давай. Опа. Есть. И теперь нам до 900 это. Нормально. За 900 вот 56. И у нас по 8 мы можем сливать. И слушайте. А, давайте мы сейчас сольем это все по 8. И быстренько тогда возьмем, который у нас микрофон, который мы будем петь. Это будет намного круче, ребята. Мне нравится эта игра. Мне определенно нравится эта игра. Это круто. Так, давай, продюсер, вместе со мной. А, вот, по 7. Отлично, давай, вместе со мной. Погнали. Йоу-йоу-йоу. Ну, нужно еще одного продюсера купить. Так будет быстрее. Так будет намного быстрее. Так, 600, 1000. Так, давайте, нам нужно сейчас микрофон, ребята. Нам нужно микрофон и деньги.
Так, давай, дружище, давай. Ну, нормально. А ну, давайте еще одного продюсера купим. Где он у нас? Тихо, стой. Вот. Так, нам хватает на продюсера, точно. Экстра продюсер, покупаем. Чпоньк. И где он у нас? Куда он делся? Где продюсер? Компуктер. Decoration Awards, миск. Микрофоны. А, я микрофон еще не поставил. Ё-моё, вот это я, конечно, нубасик. Как убираем вот это. Вот, и ставим микрофон. Все нормально, мне так нравится. Микрофон какой-то... Что это за микрофон мороженое какой-то? Вот. А где продюсер, ребята? А что, я не взял, что ли? Я же взял продюсера, ребята. Меня кинули, друзья, меня кинули на продюсера. Так, а ну давайте выйдем и зайдем обратно. Меня, походу, опять кинули на робоксы. Стопудово. Так, ну а теперь есть продюсер. Ребята, денег нет, продюсера нет, короче, жестенько. А ну давайте мы его попробуем убрать, этого продюсера, куда он появится. Я убрал продюсера, последний человек, который в меня верил, и того не стало, друзья. Я, наверное, сейчас перезайду, попробую, может быть, это в этом проблема. Так, я перезашел, смотрим, что у нас здесь, друзья. Продюсер не появился, а вот это компьютер с продюсером должен быть. Вот так вот, поворачиваем. Так, и что? Менедж, вот. А, вот, ребята, вот. Вот, один продюсер у меня есть, а второго как? А, ребята, надо, походу, компьютер купить для одного продюсера. Точно, друзья, точно. Давайте посмотрим, где у нас компьютеры. Подождите, нам нужно еще денежку сначала здесь слить. Давайте попробуем сначала слить денежку. Вот так вот, давай, чувак, давай со мной, битуй. Битуй, дружище, со мной вместе. Так, давайте 2000 хотя бы заработаем. А то хотя бы у нас больше не получится, наверное. Да, как раз практически 2000. Теперь нам нужно компуктер взять. Компуктер где у нас? Не в апгрейдах, вот, фурничер. Давайте сюда. Да, нормальная машина, конечно. Голова вылазит у меня из машины вообще жестко. Так, давайте нам нужно компьютер. Где компьютер? Есть он здесь? Или я вообще неправильно понял? Я вообще неправильно понял смысл этой игры. Но если я правильно понимаю, мы еще одного продюсера можем посадить. Только если у нас есть компуктер. А компуктера у нас нет пока что. Так, друзья, не, ребята, это не тут, ребята. Короче, пошли на концерт зарабатывать баблишко. Я пока не понял, почему мне робоксы сняли, но нам главное сейчас деньги заработать, ребята. Так, давайте, погнали, поем. О чем? А, я микрофон не взял, елки-палки, я микрофон не взял новый. Так, нам нужно срочно микрофон, ребята. Так, а ну-ка, у нас новый микрофон. Давайте, ребятки, давайте. О, по 8 уже. Нормально, смотрите, как быстро деньги вообще наполняются у нас. Давай, софиты, светите на меня. Прикольно, друзья, прикольно. Не, ну прикольная задумка вообще, смотрите, люди подходят, все поют. Но походу, я так понимаю, это только я их вижу, больше никто их не видит. Найс, ребята, найс вообще. О, все, на это все закончилось. А, вот они меня начинают бросать. Потому что я перестал петь, они меня бросают. Ну, бросайте, я буду собирать. Бросайте. Мне не жалко. Офигеть, забросали мне мусором. Жестко. Я перед вами выступал, вы меня мусором забросали. Я вообще в шоке с вас. Друзья, я понял, где брать компьютер и брать продюсера. Я, правда, не понимаю, почему у меня не появилось еще одно место. Но это такое, друзья. Ребята, подписчики подсказали. Спасибо вам большое. Друзья, значит, вот здесь вы берете компьютер, ставите, вот, вы нажимаете сюда и тратите 3138 долларов, и у вас попадается компуктер. А вот здесь, друзья, мы берем и покупаем продюсера. И я уже себе купил, а вот тут что такое у нас? О, 48 миллионов, ничего себе. Тут вообще какая-то жесть, ребята, какая-то жесть. Тут вообще непонятно, какой-то стартер-пак, это кто такой там внутри? Вообще, ребята, кто это такой? Посмотрите, какой страшный, о май гад. Экстра лак, так, это 48 миллионов, кто это такой за 48 миллионов? А тут что? А тут какой-то тоже крутой, короче, какой-то крутой компуктер за 48 миллионов. А, это такой продюсер, ребята! Это такой продюсер страшный! Ничего себе, у него продюсерка. Оу-оу! Ничего себе! Так, ну прикольно, ребята, прикольно. Я уже взял компуктер, давайте я вам сейчас покажу. И у меня сейчас два продюсера на меня работают. Это мощно, это очень мощно. Так, давайте. Вот они, ребята, вот они сидят. Два работяги на меня тут работают вовсю, друзья. Так, мы уже взяли нормальный микрофон. У нас плюс 416%. И, ребята, я предлагаю сейчас взять какой-то получше микрофон и получше стоечку, которую мы потом сливаем. Так, заходим, ребята, смотрим, что у нас здесь. У нас здесь овнет. Вот, а, получше. Мы только вот этот можем взять. Все, это максимально, что мы можем взять. Так, заходим.
Давайте, ребята, давайте нажимаем все. Все полностью нажимаем. Смотрите, как у меня. Как у меня все работает. Подтягиваемся, подтягиваемся, фанаты мои любимые. Давайте. Вот тут фламинго, ребята. Типа, о, Престон, смотрите, у меня Престон на концерте. На моем концерте Престон. Чувак, дай петов. Престон, дай, пожалуйста, петов. Престон, пожалуйста, я для тебя пою. Ребята, вы представляете, как жестко было бы, если ко мне бы реально пришел бы Престон на концерт. Вот это было бы, конечно, у Матова. Да, с моим-то голосом, конечно. Но с меня рэпер не такой уж и хороший. Точнее, вообще никакой, друзья. Все, оп, Престон меня бутылкой бросил, прикиньте. Ты чего, Престон, что я тебе такого сделал, ребята? Смотрите, стоит меня, еще меня бутылкой бросает. Ну ты вообще жесткий, чувак, я всем расскажу. Ты меня бросаешь мусором. Тут еще, ребята, можно развиваться и развиваться. Тут еще очень много можно чего развивать. Куча апгрейдов, тут куча мебели всякой, друзья. Я пока, ребята, не понял, где брать вот эту вот штуку, которая здесь валюта. Ребята, если вы знаете, тоже подскажите мне, где ее брать. Вот эта вот валюта. Вообще непонятно, что это такое. Откуда она берется, ребята. Но я думаю, я со временем разберусь. Так что, ребята, если вам понравился этот ролик и хотите продолжения, обязательно ставьте лайкусики. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Ну, а с вами, как всегда, был ваш Фанрикс. Желаю вам хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока!